Как вам вообще вот такая красота? Это у меня ниже посеян горох зимующий. Чуть выше посеяна фацелия, вот это сиреневый. И еще чуть выше через дорогу полевую горчица желтая. Да? Как три цвета в куске. Обалдеть, мне так нравится. Внешне очень красиво. Не знаю, как передаст это камера на телефоне. Но вживую выглядит обалденно. И птички поют. Вот там мы уже поставили пчелок. Видно, да, домик. Если не съедят они меня, подъеду ближе. Запах, конечно, камера не передаст. Ну, попробуем подъехать до фацелии. Вот так вот ближе выглядит фацелия. Красота неописуемая. Цветочки очень красивые. Пахнет сумасшедше. Птички поют, пчелки жужжат. Так вот наши пчелки работают. Вот это сзади пчел у нас. Горчица желтая цветет. С этой стороны у нас фацелия. Вот так вот, далеко им летать не надо, все рядом. Горчички уже полный цвет, это неделю назад она начала цвести. Очень симпатичная, тьфу-тьфу, пусть растет. Птички поют, все гудит, красота. Стрючки образовываются. Все, слава богу. Горчичка не болеет. Мы здесь ничего не применяли, только инсектицид. Здесь была тамоль, как она там, капустяная. Мы дали 150 брейка, ну и как бы пока ее не видно. Может быть, они, она, конечно, уже успела что-то там откладывать, подложить яйца, но пока ее нету. Была она тут в огромном количестве, кто видел предыдущее видео с этой горчицы, тот помнит. Сейчас как бы ее не видно. Пчелки летают, мед собирают. И вот так вот, да? Красота. Тут хоть ставь кресло. Садись и отдыхай.
такая, ну, просто отдых для души. Слышите, как гудят? Хоть ложись и спи. Очень красиво. И тут опять получается перепад. Вот это фацелия у нас цветет сиреневая. Внизу горох, чуть выше рапс. Получается вон полосочка, где столбы. И за рапсом горчичка у нас белая там цветет. Если бы за красоту в сельском хозяйстве платили деньги, я был бы, наверное, миллионером. Всем удачи!